Банковское дело, СМИ, международные отношения, менеджмент и малый бизнес. Таким специальностям можно обучиться по индийской государственной программе ИТЭК. В рамках программы «Индийская программа технического и экономического сотрудничества» участники получают бесплатное образование в лучших индийских вузах и специализируются в таких областях, как банковское дело, СМИ, международные отношения, менеджмент, малый бизнес и не только. Около 2000 участников со всего мира обучаются в Индии каждый год в рамках программы ИТЭК. Это не только обучающая программа, но также и инструмент для развития двухсторонних контактов и дружбы между Индией и Кыргызстаном. Our ITEC partnership is also 30 years old. Индийская программа технического и экономического сотрудничества была запущена 15 сентября 1964 года для осуществления сотрудничества и оказания технической помощи. Программа проводится для стран-партнеров и развивающихся стран. Для Кыргызстана ежегодно выделяется 100 квот. Правительство Индии покрывает все расходы на обучение, включая международный авиаперелет, расходы на проживание, а также расходы на обучение в институте. Обучающиеся по программе также получают стипендию или пособие на каждодневные нужды. Все обучающие программы ведутся только на английском языке. Единственными условиями участия в программе является возраст от 25 до 45 лет и знание английского языка, поскольку все курсы ведутся на английском языке.